Так, сегодня поговорим про ошибки. Как говорится, там уроки жизни, уроки судьбы. То есть, если вы совершили какую-то ошибку, важно не расстраиваться, а правильно проанализировать, посмотреть, что вы сделали не так, так сказать, прорефлексировать и понять, на каком этапе была совершена ошибка. Возможно, это было неправильно что-то сделано в плане действий, в реализации, может быть, в конкретных действиях, в команде. То есть, дать себе такую обратную связь, рефлексию, почему вот эта ошибка произошла. И самое важное, чтобы она вас чему-то научила, чтобы вы могли дать себе такую обратную связь, проанализировать информацию и двигаться дальше. И от того, как человек отреагирует на ошибку, на информацию, какие он сделает выводы, от этого будет зависеть дальнейшее его действие. То есть, если вы сделали выводы, подредактировали, идете дальше, то все окей. Если что-то не получилось, то, как говорится, лучше горькая правда, чем сладкая ложь. То есть не надо себя бичевать, как-то негативить. Просто поймите, что это не получилось, сделайте выводы, идите дальше. И важно понимать, если что-то не получается, то в каких-то моментах, может быть, просто это не ваше. То есть если там чему-то надо учиться или просто взвесить там затраты, время и силы, да, то, может быть, это просто не ваше, не знаю, там, учиться кататься на роликах или, не знаю, фигурное катание, еще что-то. То есть не получилось. То есть важно, с одной стороны, не отступать, а с другой стороны, адекватно взвешивать все, ну, не врать самому себе и понимать, если у вас просто нет каких-то определенных способностей или навыков, это просто не ваша, не знаю, там, медицина, операция или еще что-то. Поэтому взвешивайте грамотно свои возможности и силы.